Пока женщина выбирает одежду, а продавец отвлеклась на потенциальную покупательницу, мужчина присматривается к сумкам. И вот легким движением руки дамская сумочка стоимостью 3500 рублей исчезает в недрах мужских штанов. Но фокус не удался. Ловкий злоумышленник был задержан оперативниками. Неопровержимым доказательством стала запись с камеры видеонаблюдения. Дознавателем номер один в составе УМВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 43-летний житель Энгельса, ранее судимый за кражу. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенная сумка изъята сотрудниками полиции. Андрей Багаев, Ирина Архипова, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.